Всем привет! Сегодня на обзоре такие часики ракета кварцевые. Не так чтобы редкая, но и не частая модель. Выпускались они уже в последние годы Советского Союза и в первые годы России. Тут уже российская модель. Снизу это видно под в нижней части циферблата. Сделана в России. Но такие же бывают и советские. Выпускались они недолго. На eBay такие новые висят где-то по $200. Ну и в целом моделька такая нечастая. Немножко тут есть коцки на стекле. Она была немножко отремонтирована. Часики кварцевые. Заменил плату и катушку. Ну тут механизм полностью не работал. По сути, механизм кварцевый, как и в обычных похожих ракет, и как и в лучей тоже, такие же механизмы кварцевые были. Так работает эта функция. Немножко есть маленькие коцки на стекле, но вживую это не особо заметно, как на камеру, вот тут. И я решил его и не менять, оно тут не очень удобно крепится, поэтому решил, пускай будет так, как есть. Но вот как-то так, такая вот интересная моделька ракеты. И на этом, наверное, и все.